Итак, друзья мои, продолжим эфир. Давайте еще раз я позна поздороваюсь на всякий случай. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал. Сейчас бизнес-класс. Как всегда, в это время 16.05 в Москве. И тема, сегодняшняя тема. Может быть, не совсем пятничная, да. Обычно по пятницам мы говорим о танцульках, о каких-нибудь, да. О вышивании, может быть, о лепке. Сегодня у нас серьезная тема, и мне кажется очень важная. Почему это так, я скажу чуть позже. Тема сегодняшнего эфира ⁇ тенденции российского рынка офисной недвижимости. Я подчеркну слово офисный. И напомню, мы очень часто говорим с вами в эфире бизнес-класса о недвижимости. И практически, вот я не помню сейчас на собственной памяти. А практически не говорим об офисной И естественно сегодня пришло время эту Настал ситу... тот час Пришло время эту ситуацию исправить И уж тем более что у меня в гостях Профессионал Профессионал Рынка. Я с удовольствием представляю гостью сегодняшнюю. Это Вера Зименкова, директор по работе с корпоративными клиентами Кольерс International в России. Добрый день, Вера. Да, спасибо большое, Олег, за такое прекрасное представление. Ну, то ли еще будет, я вам хочу сказать. Надеюсь, надеюсь, тема Ок. интересная. Конечно. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Как всегда, у вас есть возможность позвонить нам в студию. Телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495, или написать э, вопрос на сайте, адрес которого finam.fm. Ну что ж, Вера, начнем разговор, да? Да, Давайте конечно, конечно. Первый вопрос, вот традиционно, как выглядит этот самый рынок офисной недвижимости в Москве, если можно каким-то образом его структурировать, ну, наверное, самое простое, посмотреть на него а, с точки зрения да, предложений, с точки зрения спроса, рынок арендодателей. Базовые экономические понятия. Ну, будем, кстати... пойдем от простого к сложному, Да-да-да, будем стараться подальше от базовых экономических понятий, несмотря на то, что у нас подготовленная, я хочу сказать, аудитория, мы такие вещи обсуждаем, мама, не горюй. Ну, я слушала ваш буквально предыдущий эфир. Совершенно поэтому... верно. А о финансовых рынках. Же да, это, я это считаю, что моя тема уже квалифицируется как пятничная скорее. Замечательно. Итак, расскажите нам, как выглядит рынок российской офисной недвижимости. Ну, пойдем все-таки от простого к сложному, uh -huh. да. Как вы правильно заметили, основной параметр это все-таки спрос и предложение и где вот эта точка баланса. Uh -huh. Мне кажется, что рынок у нас очень интересный. Он всегда такой немного дуальный. У девелоперов свое представление о рынке, у арендаторов свое представление о рынке. Все-таки сфера она такая индустрия вторичная. Uh -huh. Вот сначала мы говорим про Какие-то базовые параметры экономики, первичные а, про нефть, про котировки. Угу. А потом в итоге все деньги ну, чисто. Недвижимость а потом... оседают в недвижимости. Совершенно, совершенно верно. Совершенно верно. И, Поэтому... И в этом, кстати, есть логика, потому что все, да, о чем вы сказали только, что очень волатильно, как говорят, таких случаев. Да, да? Да. И абсолютно, так сказать, не ä, приносит никакой долгосрочной, я бы сказал, такой ä, долгосрочного уверенности, что ли, да, в этой инвестиции, долгосрочной уверенности в этой да, инвестиции. Да, поэтому а коммерческой недвижимость он... или в общем недвижимость, мне кажется, во многом воспринимается инвесторами как такой способ диверсифицировать свои портфели. Верно. Да, многие это так любовно, по-домашнему называют мой пенсионный фонд. Да, поэтому это вот что-то такое tangible, то, что мы называем, да, такое, что можно пощупать, оно, в принципе, особо никуда не денется, да, если строить в соответствии с нормами и не пытаться настроить еще пять этажей без разрешения, да, то вроде не куда не пропадет совершенно верно, совершенно верно. да такой э, классический консервативный вид инвестирования подход, подход да, 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 да. хорошо ну, ну... Так вот, uh -huh. возвращаясь все-таки вот к этой точке а, равновесия что называется да а, ну поскольку Кольерс Интернешнл это глобальная платформа uh -huh. и конечно же интересно это сравнивать с нашими коллегами с их показателями Uh, у них рынки, мне кажется, более скучные. Вот мне посчастливилось работать на этом таком uh, очень волатильном я, рынке. Да-да, который... мне очень интересно, с вашей точки зрения, веселье на рынке, оно как выглядит? Оно, uh, ну, вот я недавно была на нашей конференции, где собирались представители со всех наших рынков, там mm. было такой большой очень каверидж, uh -huh. и uh, я характеризовала московский рынок как rollercoaster, да, то есть как американские горки, то, что да. мы называем в русском языке. Им всем очень понравилась ассоциация. Uh -huh. Uh -huh. И сначала мы наблюдаем эти американские горки вот именно в макроэкономических, в первичных индустриях, uh -huh. да, в секции недвижимости все наблюдают. Наблюдают это приблизительно там полгода, но через полгода докатывается и до недвижимости. Uh -huh. Потому что все-таки нас эта волна накрывает. Uh -huh. Поэтому, Кстати, временной лаг, да, вот в секторе недвижимости, он существует? Он, да, конечно, Где он всегда существует. Где-то полгода, uh -huh. да. Наверное, сейчас вот после уже кризиса там в, в России, это, наверное, 2008 -го года uh -huh. все-таки, да, правильнее говорить, uh -huh. Uh, все понимают, что лак может сократиться, потому что все гораздо быстрее уже начинают uh, реагировать. двигаться, реагировать, uh -huh, uh -huh. да, предпринимать какие-то действия, и за счет этого происходит сегментация рынка в том числе, потому что безусловно есть качественная сегментация рынка, есть uh, ну с точки зрения самого продукта, uh -huh. как здания, uh -huh. каких-то там характеристик uh -huh. качественных технических и так далее. Это мы еще об этом вернемся uh -huh. в разговоре. А есть еще вот именно управленческая качественная характеристика, да? И разные управленцы по-разному реагируют. Наиболее тренированные, профессионально подкованные и все-таки настроенные на долгосрочную опыт работу, да, да, да. Опыт. долгосрочное взаимодействие с рынком, они в общем-то очень сейчас быстро уже наращивают. Uh -huh. Они даже готовят план Б, uh -huh. готовят план С, uh, то есть за План развития событий имеется в виду. Да, да? совершенно верно. Uh -huh. да? То есть, если рынок будет там в этом диапазоне, мы будем выставлять вот такое так, предложение. Так. Если там рынок будет уходить чуть ниже, uh -huh. соответственно, мы будем делать что-то большее по сравнению с нашими конкурентами с тем uh -huh. чтобы именно имея там пять площадок внутри одного субрынка то что мы называем да то есть приблизительно географически uh -huh. одна и та же территория мы были более интересными для кстати по сравнению с нашими конкурентами вот эти планы Б и Ц они секретные Ведь невеликая... ну, конечно, конечно, конечно конкуренты конечно. не должны о знать собственно говоря здесь как раз таки роль консультанта важна uh -huh. да и роль самой команды которая вот этим объектом управляет скажем так да uh -huh. для инвестора uh -huh. это очень важно поскольку именно они и формируют даже иногда с инвестором сложно договориться о плане С, потому что он слышать об этом не хочет. Серьезно? Ну, конечно. Ну, кто хочет слушать плохие ну, новости? Кто ну, хочет правильно. с ним готовиться? Совершенно. Все говорят, не надо говорить о кризисе, вы его привлечете, не тратите на это время и усилия. Накаркаете, Ну, мысль, она материальна, да, материализуется со временем, поэтому не надо об этом думать. Такие разговоры в России только ведутся, или за рубежом тоже? Ну, такой метафизики, наверное, в коммерческих переговорах все-таки там особо не наблюдается. Там люди как-то, они менее конкретны и риски в высказываниях. Они все-таки более в нашем понимании больше намеками разговаривают. Ну, тем не менее, есть вещи э, объективно рыночные, да, есть возможность заработать, есть возможность потерять, да, риски, надо в любом случае, обсуждать. Конечно. Как назвать это, план Б, план С, не, не каркайте, а то случится кризис, но ты должен думать, а все... Мы живем-то, собственно, да, в обычном мире, он может преподнести любой сюрприз, то есть к этому да, надо быть готовым. Да, но все-таки, когда... Там, я не знаю, это очень весомая структура, и человек все-таки right. привык жить по своим правилам, и что мир вертится вокруг uh -huh. него, иногда это тяжело продавить. Uh -huh. И то есть он принципе. может именно вот такую принципиальную позицию, да? Давайте да, вот, мы, вот, с, мы вот с вами такой об сценарий. этом не разговариваем. Да, да, да. Вот такой сценарий обсуждаем, все, а все остальное. Да, это... да. Надо может же. быть такое. Вот это да, вот это да. Я всегда был... Ну, рынок увер... учит, да? рынок учит, да, это просто, это концепции, которые ага. требуют чуть большего времени, значит, конкретному человеку, чтобы освоить, вот и все. Ну да, то есть вы думаете просто про себя. Ну, хорошо, да, сейчас мы к этому э, больше не возвращаемся, но наверняка пройдет какое-то время, да, да ударит тебя вернемся, по голове. То есть с нашей стороны точно совершенно есть план Б и Ц. Конечно. Мы знаем, конечно. что когда-нибудь нам придется его вытащить на Причем, стол. Причем, дай бог, да, что мы к этому бы не вернулись, это, собственно, мы -то, да, тоже в этом заинтересованы. конечно. Но мы живем, знаем, в какой мире и рано или поздно все равно придется это обсудить хорошо Совершенно хорошо. Верно. Хорошо. ну так вот да. пытаясь найти вот эту точку равновесия что называется да как это можно охарактеризовать на данный момент mm -hmm. я бы сказала что первая хорошая новость начнем с хорошего продвигать что рынок уже устаканились правила игры и большинству игроков все понятно, как uh -huh. играть, uh -huh. да, с каким подходом выходить на рынок, реализовывать продукты, свои, да, как Причем мы сейчас говорим о российском рынке, все. Да-да-да, я uh -huh. все-таки применительно к России, uh -huh. наверное, даже стоит конкретизировать, что, наверное, Россия это скорее всего Москва и Санкт-Петербург. Вот. Uh -huh. Да, регионы это все-таки немножко отдельная плоскость, скажем так. Они там, если не понравится Питерцам то, что я сейчас скажу, uh -huh. но Питер, наверное, в, по своему ну, мы правду статусу, поэтому, да. ну, я так постараюсь Конечно. аккуратно сформулировать, uh -huh. наверное, лет на 10 отстает от Москвы, uh -huh. в принципе, по концепциям, которые там реализуются, uh -huh. по манере вести переговоры, по каким-то условиям, по скорости движения рынка, uh -huh. да, принятия решений и так далее. А, а регионы, я думаю, что вот, может быть, там лет 15 uh -huh. от Москвы, приблизительно. Но я так. думаю, что люди как бы... Интеллектуальные на такие вещи не обижаются, потому что это нормальная ситуация. Да? Абсолютно что здесь один темп, здесь немножко другой, ну, а в регионе вот так живут. Я прекрасно знаю, бываю иногда в регионах. Сейчас мы прервемся, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир «Бизнес-класс» на Финам ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Вера Зименкова, директор по работе с корпоративными клиентами «Кольерс Интернешнл» в России. Тема эфира – тенденции российского рынка офисной недвижимости. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, спрашивайте. Вера, продолжим. Да, только что мы Пытались баланс нащупать между... Искали точку. Искали точку, да, соприкосновение Кстати, этот баланс, это не только, я так понимаю, категория ценовая, да, когда вот есть спрос, есть предложение, продавцом договорились. Это все-таки более масштабные какие-то вещи, это взгляд на рынок, да, то есть продавец говорит, вот такой рынок я вижу, а покупатель говорит, нет, дружочек, ты не прав, потому что он должен вот так выглядеть. Да, но точка все равно одна на графике, да, и... Точка совершенно... в, договоре, в договоре, она тоже одна, да, да, совершенно да, да. верно. А, а параметры, которые оцениваются в рамках нахождения этой точки, они, конечно, объемные, да, много. их много. Да. И основное — это сколько построено, да, угу. сколько доступно квадратных метров качественных или там... Ну, каких-то каких офисных да. метров, угу. да, в определенном регионе, и насколько рынок хочет эти метры снимать, арендовать, угу. насколько Покупать. велик да, аппетит этих арендаторов и пользователей. Угу. А вот корпоративные клиенты, это, собственно говоря, большая, такая, большая часть наших клиентов, которые формируют этот рынок. Угу. Они задают тон, по идее, да, они формируют какие-то тренды, и они обучают нас, как своих консультантов, ну, кстати, о том, вот и... какие у них есть потребности. Да, 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 Потом они... мы обучаем девелоперов и владельцев недвижимости, о том, что же uh -huh. нужно привнести, какую изюминку в их проект, чтобы это стало более интересно нашим клиентам. Uh -huh. Поэтому, конечно же, все идет от первичных индустрий, от тех пользователей, как я их называю. Uh -huh. пользователь такое слово, как-то, ну, да. ну, вроде некорректное, да, но ну, в английском звучит очень хорошо -то. Да, uh -huh. то, то, то есть, именно те бизнесы, которые не профессиональные игроки, рынка недвижимости, а которые выходят туда время от времени, у них есть деньги из первичных индустрий, и они, собственно говоря, реализуют какие-то свои хозяйственные нужды, вот uh -huh. ищут офис, там, купить, арендовать. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то и есть, есть мысль раз. какая, да, вот э -э -э те корпоративные клиенты, о которых вы рассказываете, они приобретают офис для себя. Да, да и, для своего бизнеса. Совершенно верно. И он должен быть максимально удобен, ну, просто-напросто. Да, да, отвечать да, их того... требованиям, каким-то стандартам. И отсюда и появляются, да, вот эти требования, да, стандарты, Да, идет такая пунктирная линия к тому, О. что же им нужно, да, да, как да, же да, их да. можно удовлетворить и что им нужно дать, чтобы они выбрали именно твой, uh -huh. твое здание, твой девелопмент, нежели чем какой-то другой. А потом я верно. так предполагаю, да, уже непосредственно те, кто создает эти офисы, они, имея такой опыт, говорят, давай мы вот так лучше будем делать, да. потому что у нас есть пример, когда это да, устроило нашего первого клиента, наверняка и второго, и третьего, и пятого, и десятого. Ну тоже... вот, Олег, вы говорите про идеальный мир, вот прям бальзам в мои уши. хотелось бы. Вера, если бы я всю жизнь, я всю жизнь идеалист, я всю жизнь мечтаю. Да. это конечно. Но, к сожалению, обычно наши переговоры складываются немножко по-другому. Вот до кризиса это было вообще очень прямолинейно, да. Классификация офисная, может быть, мы успеем о ней поговорить в дальнейшем. Uh, она была придумана в 2003 году консультантами, да, но вот до кризиса она серьезно не воспринималась. То есть девелоперы говорили: ну, ребят, вы умные, конечно, вам uh -huh. за это деньги платят, вы там что-то придумали, какие-то 20 uh -huh. критериев, но они никому не нужны. Вот пока мы строим, у меня есть там, не знаю, парковка просто наземная, uh -huh. но это просто улица поварская. Поэтому я буду за нее чарджи тысячу долларов за парковочное место. И это будет здание класса, потому что я так сказал. Да. Я владелец этого здания, всем привет. Uh, мы пытались, конечно, это как-то систематизировать и вывести на конструктивное русло. После кризиса. Вот, вот, вот. После кризиса. Вот мне очень сильно нравится. изменился, совершенно, да. Совершенно. И теперь сами девелоперы э, приходят э, на интервью, на какие-то круглые столы, и особенно те, у которых хороший качественный портфель. Mm -hmm. Они говорят следующее: нет, 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 ребята классификация, да. кластеризация, да. Да, качественная оценка нашего продукта это очень важно, потому что есть офисы класса, есть офисы B+, и есть. А B+. я со своей это поварской большая, не, тяну, большая я разница, не тяну. Да, Поэтому назовите меня так, главное, чтобы у меня клиент нашелся. Они хотят теперь дифференцировать себя и свой mm. продукт относительно всех остальных э, mm -hmm. ну коллег по цеху, скажем mm. так, да, потому что они знают, что они построили что-то хорошее и качественное mm. и будут выглядеть очень презентабельно. Поэтому уже классификация обрела такое оперение, полетела. Uh -huh. И вот находят новое перерождение. Буквально недавно мы, по-моему, в июне этого года ее обновили, еще раз все собрались. Uh, перерейтили все здания uh -huh. которые у нас есть там в, в базах данных uh -huh. и внесли несколько дополнений приятных для наших арендаторов uh -huh. опять же вот пользователи как я их называю да, коммерческой недвижимости которые задают тон и, и тренд uh, говорят о том что нужно больше обращать внимание например на техническую характеристики здания на там не знаю невозможно позиционировать здание класса если у него лос uh, фактор то что мы называем фактор потери площадей там больше 12 uh -huh. конечно есть проекты которые говорят у нас Уникальный проект, у нас лофт, у нас историческое uh -huh. здание. Да, да, да. Мы как бы мы бы и хотели как-то не, можем, но не можем, да, но рынок уже это не покупает, к примеру. Да? Не можете, и... значит, ваше место. Да, вот значит, здесь. вы бы плюс, Потому молодцы. Что... Вот да. ставка бы плюс, давайте от нее торговаться. Uh -huh. Зачем же говорить, что это класса, например? Либо там, не знаю, вот такая системная ошибка. Очень часто я ее встречаю. Но это не ошибка, это, понятное дело, реализация планов девелопера по повышению внутренней ставки доходности. Мы все понимаем, что это ничего конечно. Конечно, да, но при том, что везде в классификации очень давно записано, что для класса нужно строить четырехтрубную систему кондиционирования. Многие строят двухтрубную, потому что есть э, возможность одному критерию не соответствовать. Ага. И вот при наборе там из 26-20 необходимых, вот именно его один выбирают как такое понижение. Ну, Без сам, понижения самый класса, расходный, понижения качества. Ли, да? Почему именно на ну, Мне кажется, да. Я все-таки недостаточно технический эксперт, чтобы там, делать какой-то... Uh, как сказать... Uh, да, эталонный вывод uh -huh. по этому вопросу. Но мне кажется, что да, потому uh -huh. что самое встречаемое. Понятно. А когда вы сидите в офисе, который там перегревается, Понятно. ведь что значит двутрубная система? Это означает, что в межсезонье вы не можете uh, вообще никак изменить температуру в офисе. Uh -huh. Uh -huh. Если мы говорим о двутрубной системе, то у вас зимой отключается охлаждение, если вы планируете пространство, где есть переговорные, например, uh -huh. да, они далеко от окна или окна не открываются, как в многих не модных зданиях, да. то у вас внутри переговорный плюс 32. Как вы будете встречаться с партнерами в бикини? В пятницу в 5 часов вечера может быть. даже коду это. Но не в понедельник, но не в понедельник в девять утра. Совершенно верно, да. Это усложняет, конечно, это поиск компромисса. Да, поэтому вот опять же очень много факторов. Возвращаемся к тому что все пользователи хотят видеть качественный продукт начинают э, в поиске вот этой вот точки э, по справедливой ставке uh -huh. смотрят на соотношение того ск сколько какой у них большой выбор да э, что вот будет готово в тот срок который им нужен uh -huh какая цена предлагается и какая же там все-таки система кондиционирования дальше да. сравнивается и находится вот именно эта точка соприкосновения да. точка комфорта когда реализуется сделка скажем ну так. а кстати выбор то все-таки есть сейчас да на Моско... на московском рынке выбор есть выбор угу. есть я вот думала как же охарактеризовать его в целом мне кажется это стабильный рынок на данный момент стабильный, стабильный. хотя вот если кстати до кризиса его можно назвать растущим я правильно понимаю да или? он был растущим все все арендаторы бегали за арендодателями кричали, да, да, да. дайте, дайте, пожалуйста, мне, нам дайте, место мне. еще, Нам мы растем, нам нужно расширяться. А, и, конечно же, это очень сильно влияло на, в на принципе, все. коммерческие результаты Совершенно. переговоров, mm -hmm. а, на тот комфорт, с которым девелоперы строили то, что они хотели построить, mm -hmm. нежели чем то, что нужно было рынку. Mm -hmm. Да, поэтому... То есть сейчас это рынок стабильный. Соответственно, ну, как минимум, никто ни с кем не бегает, да? Просто все уже охлад... Охлад... ну с, с холодными головами. Чтобы... С холодными да. головами, с гораздо большим пониманием. Опять же, вот вернусь к той сентенции, что все-таки девелоперы тоже сегментировались. Mm -hmm. Есть уже команды профессиональные, которые прекрасно знают, как найти лучшего арендатора, потому mm -hmm. что для девелопера, который все-таки ориентирован на долгосрочную инвестицию, да, mm -hmm. не планируют выходить через 3-5 лет, mm -hmm. там это ну, стандартный срок договора, 5 лет в Москве, mm -hmm. да, на mm -hmm. данный момент. Поэтому и им хотелось бы иметь самых лучших арендаторов, да, то есть это международные компании mm -hmm. с стабильным доходом, которые там не будут банкротить свое российское юрлицо, потому что им нужно срочно выйти из договора, mm -hmm. а, которые там будут отвечать по принятым обязательствам, которые будут своевременно платить без существенных задерж... mm -hmm. задержек, да, ну, То есть, вот э, все-таки все понимают, какой продукт нужно искать, и как, а как его привлечь, уже стараются. Забавно, что есть критерии для, да, для помещения, есть и критерии для линдата. Да, конечно, безусловно. Вера, спасибо. Мы прервемся на несколько минут, потом продолжим. Конечно. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на ФИНАМ ФМ. У нас сегодня. Замечательная тема. Мы обсуждаем тенденции российского рынка офисной недвижимости. И в студии Вера Зименкова, директор по работе с корпоративными клиентами Colliers International в России. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, Вера, продолжим разговор. Ну и, коль мы э, тему классификации офисных помещений затронули, может быть, об этом чуть подробнее вы расскажете. Действительно, как выглядит эта самая классификация? С удовольствием. А, уже... Как я сказала, в принципе, документы и методология существуют достаточно давно. Такая притча в языцах uh -huh. много на нее было взглядов, вений, а, и опять же оценок uh -huh. в зависимости от того, каков был рынок. Uh, но сейчас она приобретает гораздо большее значение, и uh, мы стараемся актуализировать всю информацию. Uh, в принципе, двустраничный документ, ничего сложного, uh -huh. такая простая табличка, которая делит рынок на три подвида, это офисы класса, uh -huh. офисы класса B+, и B-минус. Все uh -huh. достаточно просто. Идем от, от самого высокого класса, где требуется соответствие 20 или 19 пунктам uh -huh. из 26. Uh -huh. B ⁇ это когда вы соответствуете как минимум 16 пунктам. Из этих же 26. Да, да, да. И B ⁇ там, по-моему, чуть меньше. Uh -huh. uh, есть какие-то, то, что мы называем must haves, да, то есть это то, что обязательно должно быть. И вот uh, для класса вы можете пропустить только один пункт. Uh -huh. Есть какие-то рекомендательные характеристики. Оценка идет а, такая полномасштабная. То есть мы сначала говорим про качество, про техническую составляющую. Вот опять же про те же да, да, а, да. Четыре, четырехтрубное кондиционирование uh -huh. против двухтрубного кондиционирования. Да, про то, как должна быть организована парковка, что парковка uh -huh. должна быть механизированная, что должен быть определенный коэффициент парковочных мест uh -huh. на квадратные метры, которые сдаются в данном офисном центре. там В основном это 1 на 100 или 1 на 150. Uh -huh. Есть еще небольшие нюансы в плане... Применение классификации концепции бизнес-парка или там офиса в центральной зоне, uh -huh. потому что все-таки парковку ее невозможно построить в неограниченном количестве. В центре города обычно метро залегает, да -да. поэтому минус 20 этажей не прокопаешь. А в бизнес-парке за городом можно сделать удобную, комфортную а, наземную парковку, uh -huh. которая будет стоить достаточно дешево для uh -huh. девелопера. И можно сделать коэффициент там 35 метров на одно парковочное место. Скажем так. Оценивается качество управляющей компании, да, то есть, это профессиональная компания. Компания с опытом работы более пяти лет именно на рынке Москвы, uh -huh. которая признана, там тоже у них есть свои рейтинги. Профессиональные ну, члены сообщества uh -huh. они прекрасно понимают разницу между этими То управляющими они Поднимают компаниями. стоимость, да, в данном случае? Да, конечно. Да, они они повышают комфорт, это всем понятно наверное, нет ничего хуже, чем для именно арендатора оказаться в здании, которое там первый раз эксплуатируется какой-то компанией. Uh -huh. Собственники многие, особенно, которые начинают свою деятельность в девелопменте, у них очень большой соблазн делать свою управляющую компанию. Кажется, ну, я найму там уборщиц, Конечно, а, вот счета я выставлю своей собственной бухгалтерии, которая там у меня нефть, да, обслуживает. Ну, еще там пару счетов по... за аренду выставим, да, и все да, будет да. нормально. На самом деле не все так просто. Появляются какие-то нюансы, несвоевременные реакции реакция на нужды арендатора вот у меня недавно был случай, арендатор, просто у них протекала крыша ввиду того, что а, ливнисток был сделан недостаточный, да, вот московские uh -huh. изменения погоды, слишком много дождливых, там, не знаю, ну, То дней, есть нельзя сказать, что он сделан осадки. неправильно был, да? Он был, просто... наверное, здание просто 10 лет, когда давно было построено, uh -huh. наверное, там были какие-то другие у нас все-таки климатические параметры, uh -huh. и все было рассчитано, все было нормально, последние два года заливает, и вот а, долго они не могли найти какого-то пиетета и решения от uh -huh. девелопера и от управляющей компании. Стоило подключиться нам, там поговорить с девелопером, тут же прорубили дополнительную вертикальную шахту, uh -huh. расширили ливнисток, все нормально. Ну, то есть, вот. Нюансы, да, но все-таки, когда ты хочешь заниматься нефтью, а у тебя все время там капает да. в переговорный, да, ну неудобно, не хочется удобно, платить конечно. ставку класса, да, Совершенно правильно, нет. хочется какой-то дисконт справедливости. И отвлекаться не хочется, да, на да, ерунду, на всякую конечно, от нефти, конечно. Так. Да, поэтому управление и профессиональ... профессионализм в управлении зданием, конечно, это очень важно uh -huh. для арендаторов, uh -huh. даже если они первично это не понимают. А, целостность юридической канвы, да, этого проекта тоже очень важно, да. Что это за девелопер, да и есть ли, например, какие-то площади, которые проданы каким-то третьим лицам? В вот этом, мое, в этом мое, да, мое личное мнение, подтвержденное рядом там, моих клиентов, uh -huh. заключается в том, что когда арендатор или там, пользователь идет в здание с множественностью со-собственников, то, что мы называем сложное слово, со-собственники, uh -huh. но тем не менее, uh -huh. а, это, это сложно, потому что... Потом начинается вопрос. У нас сломалась парковка. Так. Да, нужно чинить эту систему Клаус или еще какую-нибудь. Да, 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 Кто да, да. за это платит? Это, это как э -э -э, да, в многоквартирном <свист> доме. Вот, начинаются да, эти вот коммунальные ну, наверное, склоки. Да, да, да. Коммунальные склоки. Причем это деньги, там какая-то управляющая компания, неизвестно, а, сколько, там, насколько честны <свят> эти люди, да, насколько эти тендеры а, независимы и <свят> прозрачны. Transparent, да, <свят> прозрачно <свят> совершенно верно. <свят> Поэтому вызывает вопрос. Иногда просто кто-то из сособственников не хочет вкладываться, другой встает в позу, говорит, я не буду тогда платить за кого-то другого. Вопрос не решается, и у вас не работает парковка там по полгода. Последнее вот такое интересное решение, которое было принято в одном из проектов, где вообще был девелопер, который построил целиком здание. Uh, он продал этажи uh, новым собственникам, то есть это компании, которые решили там не арендовать, а yeah. вложиться, повысить капитализацию компании, но uh -huh. еще по каким-то причинам, неважно. Uh, а вот всю вертикальную инженерию, все вертикальные стыки и лобби он продал управляющей компании. Здорово. Вот, если бы я была на месте этой управляющей компании, у меня бы, наверное, была отдельная сумма за вход в здание. Конечно, конечно. Да за, за все что угодно. Воды хотите, вот кряник, Да, да вот, вот краник, вот да, краник, да краник, совершенно да. верно. То есть, как решать эту проблему, я не знаю. Это, это просто а, думаю, да. что у нас будет много работы в будущем. Да, по этому да, объекту. Работа непростая про, не работа. Да. Да? В конечном итоге, ведь вы в поиске компромисса, да, есть одна сторона, есть вторая, а то их и несколько. Ребята, давайте как-нибудь договоримся. Совершенно да? верно. да. В, в основном мы выступаем, я вот не знаю, как по-русски а uh -huh. в английском это кушин, да, uh -huh. отбойник или подушка, uh -huh. вот я не знаю, но вот у меня такая ассоциация, когда uh -huh. две стороны, вот они за счет нашего ресурса амортизации uh -huh. человеческих, психологических и переговорных способностей, в итоге, выстраивают какую-то... Ну, сначала они, да, умеряют свой пыл, потому что наверняка они, да, да вот негодуют мы, мы гасим, мы гасим. Во -во -во -во. Каскадеры, которые гасатись. Пламя-гаситель. Пламя-гаситель. Пламя, <laughs> Пусть будет так это. Да. да. А, каких офисов больше в Москве сейчас? Какого типа? А, всего сток порядка 14,5 миллионов квадратных метров. Из них... Совершенно в большей пропорции это офисы класса B. Ну, потому что B это B плюс и B минус. Uh -huh. Где-то они делятся приблизительно ровно. И это больше, 12 миллионов. И больше потому, что, как правило, они уже были построены да, до начала нашего капитализма. Да, в на, наш рынок он такой маленький, маленький, он еще underdeveloped, что мы называем, да. Ему всего там порядка меньше по-моему 20 лет. Uh -huh. Поэтому. То есть B плюс, B- это еще советские издания, каким-то образом, видимо, там. Да? Нет, Нет, это вот интересно. Вы подвели к мысли. А, на заре нашего рынка, опять же, в поисках более высокой доходности, когда рынок был абсолютно арендодателя когда угу. Макдональдс начинал с того, что построил офисное здание рядом со своим Макдональдсом в газетном угу. переулке, потому что компания Boeing, как бы, собрат по стране, да -да -да. Не, некуда было размещать, собственно говоря, свои, свой офис. Да? И они сдавали своим американским компаниям, собратьям офисы и делали, наверное, не менее меньше денег, чем на своих бургерах. Да, то и больше. Конечно, да. вот, поэтому в таком рынке очень сложно. Можно было строить все что угодно, угу. можно было построить бы минус с двумя минусами или с десятью да, да, да. и, и все равно и продать бы это было, за три. -а. Да. И это было вот ровно до 2008 -го года. <связано> Конечно <связано> же рынок развивался, все-таки люди двигались куда-то. девелоперам, <связано> наверное, тоже было интересно реализовывать какие-то технические э, идеи, <связано> э, безусловно, да, и получать призы, какие-то награды. Появился какой то рейтинг, ротация э, профессиональных признание ну, рынок становился да. цивилизованным он, да. он становился цивилизованным mm -hmm. но тем не менее вот если прям вот оголить полностью существо рынка все было очень просто mm -hmm. ты строишь все что хочешь ты все равно это сдашь mm -hmm. если ты хочешь получить максимум от рынка ну построить чуть поприличнее да. постарайся чуть чуть да хочу. да да чуть чуть вот как бы там не знаю немножко мрамора <laughs> внизу поклей и будет хорошо mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Вот. ну ситуация изменилась да, да таким жизнь. образом э, мы оказались э, в Распределении нашего стока да, рынка, что достаточно продолжительный период времени люди честно строили класс Б. Продавали его как класса, угу. там, неважно, позиционировали, но на самом деле это был класс Б. Потом этот класс Б нач начинал технически устаревать, потому что здание там. Ну, в Лондоне, если в Лондоне а, они всегда строят класса. Через 6 лет они автоматически его дисконтируют в класс Б. У нас такого не было. было да. После кризиса ситуация поменялась, все поняли, что бессмысленно строить класс Б принципе, потому что потом он перейдет в B мы uh -huh. как консультанты ушлые, ввели, соответственно, градацию между B и B. А кстати, да, это абсолютно правильно, да. даже подумал, а B через 6 лет во что превращается? Он просто <laughs> разваливается. Ну, полностью. наверное, нужно, наверное, нужно делать какой-то апгрейд. Следующий, да, да нужно, нужно все-таки следить за своим uh -huh. а, зданием, да, за своим объектом. Uh -huh. Все-таки финальным бенефициаром является арендодатель, он там финансирует, рефинансирует свой девелопмент, uh -huh. поэтому, конечно же, он следит. Вот есть Далеко ходить не надо. Тут, на Павелецкой, есть девелоперы, которые очень даже следят за своим портфелем, uh -huh. делают какие-то обновления. Это не требования арендаторов, они к ним не приходят, но они стараются там что-то изменить, поставить да, лучше следят. мебель, uh -huh. да, вот там, не знаю, а, сделать какой-то апгрейд. Uh -huh. Это просто их желание. Uh -huh. Потому что они хотят, чтобы здание, которое было построено в 1998 году, было актуальным еще и сейчас. Uh -huh. Uh -huh. То есть это просто более такой вот продвинутый подход. Ну, это правильный подход. Да, все, да, да, это вот ближе к цивилизации. Вот, вот так. действительно, это. Это позиция настоящего бизнесмена. А по поводу арендных ставок можем поговорить? Да? Можем, ну, конечно. Да, вот, это интересно. вот средневзвешенные цифры, мне кажется, они вообще особо не репрезентативны, как говорят аналитики. Ну, потому что да, они квадратный метр в год, там же не поймешь особенно. не поймешь, о чем и, и вообще они же средневзвешенные по всем субрынкам, а, вот кстати, вернемся сейчас еще к классификации, uh -huh. а, раньше первые версии классификации были с упором на местоположение объекта, то есть объект класса не мог находиться там где-то далеко. За садовым кольцом. Да, например. потом появился бизнес-парк «Крылатские холмы который был первый бизнес-парк, он поставил совершенно вот другую категорию продукта. И после этого было изменение о том, что все-таки мы оцениваем без опоры на местоположение объекта. И география сейчас не имеет да. значения. Да, тем не менее, конечно же, география всегда имеет конечно. значение, потому что если мы не говорим слово «location», мы говорим слово accessibility. Да, то есть это доступность. Uh -huh. Доступность для работников этого арендатора, этого бизнеса, да, mm -hmm. для его сотрудников. Это доступность для ваших клиентов, поэтому все равно, как ни крути, у каждого свои требования к доступности, кто-то выезжает клиентам, сам клиенты не приезжают, кто-то, допустим, там 80% персонала это Salesforce, они разъезжают, им вообще в офис нужно раз в неделю, mm -hmm. поэтому тут уже идет большая диверсификация, но тем не менее локейшн все равно имеет значение. Тем конечно. более для Москвы, наверное, все. Да, да, мы же... да. В непростом да. таком городе-то живем. Ну так вот, uh -huh. э, и э, возвращаясь к средним ставкам, получается, что мы эти средние взвешенные ставки считаем через все субрынки, то есть сюда попадает класса, например, и которые находится за МКАДом, uh -huh. и класса, которые находится рядом с кремлевской звездой. Поэтому вот эти ставки, на мой взгляд, они не репрезентативны. Uh -huh. И опять же, все э, аналитики, люди, которые работают с информацией, они говорят, не обращайте внимания на конкретные цифры, обращайте внимание на тренд, uh -huh. да, на движение, на вектор движения. Uh -huh. Выше, ниже, стабильно. Вот это самый основной индикатор. Поэтому... Подождите, это тренд на, на что? На цены? Ну, вот, когда вы сравниваете там в прошлом месяце, в следующем а. месяце, в этом месяце, вы смотрите, именно куда это движется. Угу. А если все-таки говорить о конкретных цифрах, то в классе мы сейчас, вот по нашим данным, мы как раз выпустили недавно отчет за второе, за, за первое полугодие а, с обновлением по второму кварталу. И у нас получилось, что для класса средневзвешенная ставка это 830 в городе Москве. Угу. За класс Б плюс, по-моему, 540, угу. и за класс Б минус, типа 340. как так. Какие единицы-то? Долларов за квадратный метр в год, вот, конечно вот, же. 500. Да, и это triple net, то, что uh -huh. называют профессионалом. То есть, это чистая базовая ставка. Uh -huh. Считайте арендный доход арендодателя, uh -huh. потому что операционные расходы идут сверху, uh -huh. парковка сверху, uh -huh. все остальное коммуналка сверху. сверху. Да. Спасибо, Вера. Еще раз все Новости на Финам ФМ послушаем, а потом продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, да, время скоротечно. Последняя часть эфира у нас осталась, еще 12 минуточек. И мы продолжаем обсуждать российский рынок офисной недвижимости. Еще раз я напомню, сегодня в гостях в бизнес-классе Вера Земинкова, директор по работе с корпоративными клиентами Colliers International в России. Ну и на всякий случай телефон студии 6510996, код Москвы 495. А что ж, Вера, вопросы последней части такие традиционные, последней части эфира, мы говорим о них перспективах, да, о неких общих вещах стратегического плана, ну и о тенденциях хотелось бы поговорить. Вот как вы видите, да, развитие рынка недвижимости, офисной недвижимости России в ближайшие какие-то э, ближайших перспективах, да, ну и, может быть, какие-то конкретные есть детали, да, которые в дальнейшем, может, могут вылиться в эти тенденции. Да, интересный вопрос. Как вот и начала рассказ про рынок, да. Мне кажется, что окончание года будет достаточно стабильным, спокойным. Мы выйдем на те же показатели по общему объему, то, что мы называем take up, арендованных площадей, сравнимых с данными в 2012 году. Это порядка почти там 2 миллиона квадратных метров, что хороший показатель. Сделав оговорку на то, что нас не будет ждать никаких там, сюрпризов в макро-перспективах политических, экономических, да, я думаю, мы что, делаем, да, да. Что, что год будет спокойным, закрытие будет а, такое же, как мы ожидаем и прогнозируем. Это все можно найти в каких-то прогнозах и отчетах, uh -huh. благо недостатка нет. А, тенденции, они, наверное, все-таки в том, что рынок сегментируется. Uh -huh. а, именно по девелоперам, по качеству продукта и конкуренция вот она такая внутрилокальная, будет нарастать. Uh, я считаю, что девелоперы все-таки обращают внимание очень на арендаторов, стараются удовлетворить их потребности, uh, готовы более гибко подходить к каким-то нестандартным запросам в том числе. Uh -huh. Поэтому больше шансов стоит закрыть сделки там, по сравнению, допустим, с пятью годами ранее, когда мы хотели делать какие-то проекты, то, что мы называем, под ключ бил да, uh -huh. какие-то необычные а, форматы даже по офисным проектам, когда там хотелось сделать low -rise, да, там uh -huh. специальная компоновка не только офисов, но и сервисных центров и так далее. Все над нами смеялись, смеялись говорили: да. ребята, ну о чем вы говорите? У меня тут доля города 50%. Здесь вот можно да. построить 25-этажную башню. Вы хотите построить 5000 метров? Но это будет золотая башня для вас тогда. <смех> <смех> вот. А, поэтому я думаю, что у арендаторов достаточно хорошее положение. На данный момент вот в этой точке равновесия, uh -huh. да, позиционирования рынка, скажем так. И общая тенденция будет такой спокойная, методичная, в соответствии, наверное, с какими-то локальными cpi индексация ставок. Большинство субрынков уже определили справедливые ставки в этих субрынках. Некоторые еще борются. У нас просто Москва, например, если взять именно рассмотреть Москву, uh -huh. есть субрынки, которые мы выделяем как профессионалы, и там всего одно здание. И вот это одно здание, оно там 50 тысяч метров, оно не сдается целый год, угу. и там, там уровень вакантных ставок там, 100% в этом субрынке, потом там, сдали 10 тысяч метров, все как-то начало двигаться, Шевелится, вроде да. появилась какая-то искра в глазах у девелопера и так далее. Угу. Вот, поэтому э, есть, конечно же, нюансы, но в основном, в основном все стабильно. Я понял. Тенденцию набирает э, дискуссия вокруг sustainability вокруг угу. социальной ответственности за окружающую среду становится такой, я бы сказала, пока модной темой, uh -huh. модной, Именно тем... модной да, да, модной, пока модной. А, вот как раз таки наши глобальные исследования, которые мы провели на рынке EMEA, опросив а, очень большое количество больших корпораций, четко выявило тренд. И поскольку Россия, и Москва все равно отстают от uh -huh. более западных рынков, а, четко написано, что да, все хотят, чтобы девелопер и при строительстве здания думал об окружающей среде, все хотят, чтобы здание было сертифицировано по зеленым стандартам, по uh разным -huh лично там uh -huh. имела какой то хороший рейтинг, uh -huh. но при этом платить премию за качество такого здания они не Никто готовы. Не хочет. Да. То есть, дев девелопер на себя должен это повесить. Да, совершенно верно. Uh -huh. Но ну, и кстати хочу отметить, что э, есть девелоперы портфельные, для которых это уже стандарт. Uh -huh. И вот э, если немножко чуть углубиться в тему зелености, э, конечно Москва, ну настолько underdeveloped по сравнению с другими рынками. Uh -huh. У нас всего там, из 5000 объектов, ну так грубо, uh -huh. а, из 14,5 миллионов квадратных метров профессиональной и коммерческой недвижимости в офисах, а, получается всего 200 тысяч на данный момент сертифицировано а, ну, по зеленым стандартам. Это 1,35%. Да, вот да, да, там да. статистика показывает. 8-9 зданий. В то время как а, там, даже в, в рынке там, в Питтсбурге, например, в Штатах, uh -huh. а, они за 20 лет сертифицировали, по-моему, 700 зданий э, э, или 700 тысяч зданий. Ну, то есть там какие-то безумные uh -huh. цифры то есть они просто полномасштабно весь рынок своего города окучили угу. и, и все получили сертификацию. Немцы там тоже не отстают, и а, у них огромное количество зданий, У них, я так понимаю, это не мода уже, да? Это у них это уже масса, у них это уже данность, это требования. Угу, да. Причем а, здесь вопрос отношений, опять же, это вот все наше а, локальное восприятие. Большинство девелоперов настроены на краткосрочную перспективу. Угу. Зеленость она окупается, она делает а, продукт более инвестиционно привлекательным. Но для этого вы должны им владеть лет 30. Потому что вы на начальном этапе инвестируете там плюс 20% к стоимости обычного строительства для того, чтобы поставить максимально правильные энергосберегающие эффективные системы инженерные. Угу. Дальше у вас, как бы, когда на входе вы уже реализовали самую большую косты инвестицию по строительству шелленкора, вы начинаете эксплуатацию. И каждый год у вас есть такое понятие, как опекс, которое вы в том числе перевыставляете. У вас есть коммуналка. Угу. За счет вот этих вот технических, технологических решений ваша коммуналка снижается, ваш опекс снижается, угу. это уже мы Вообще оставляем вот эту вот лирику по поводу зелености, да. окружающей среды и так далее. Мы говорим только про деньги. Угу. И так, Таким образом, вы становитесь более конкурентным, способным по сравнению с остальными своими коллегами в том же субрынке, потому что у вас операционные расходы ниже. А, но для этого нужно нацеленность иметь на 20-летнее владение угу. объектом. А, кстати, почему не, не смотрят в долгосрочные инвестиции наши сограждане? Ну или, может, не сограждане, те, кто занимается этим в России? Сложно не, неуверенность сказать. Неуверенность в завтрашнем, не все да? Кажется, да. Постоянно Мне кажется, да. да Вот даже проскальзывают в разговорах проскальзывают идеи о том, что почему бы не заняться тем же самым, только на каких-то более развитых рынках, угу. потому что там уже не хочется ездить в этих пробках. Угу. Там можно, конечно, построить город -сад рядом, там со своей дачей, на рублевке и так далее. Но вот это взаимодействие с московской средой, оно все равно присутствует. И хочется просто не то, что семью перевести, угу. а самому переехать и уже заниматься бизнесом в другом каком-то месте более приятным для обитания, скажем так. Поэтому да, все-таки все строят пока бизнес в пятилетней перспективе и э, не думают там. Да, Хайнс и AIG, конечно mm -hmm. же, да, они mm -hmm. приходят вообще со своим стандартом. Им не нужно объяснять, что нужно построить, им нужно дать пятно застройки, mm -hmm. они ори ориентируются локально, каковы правила игры в этом рынке в плане там согласования с госорганами и так далее. Mm -hmm. У них вся технология отлажена. Там AIG строит э, 50 лет свои здания, им архитекторы особо не нужны, потому конечно. что они сами в писывают у них все продумано. Если можно поподробнее все-таки чуть-чуть, что в чем зеленость Дивейловского проекта? Зеленость. Зеленость. Идея основная это заложена в том, чтобы Наносить как можно меньший ущерб окружающей среде. Uh -huh. То есть, так когда вы строите в процессе девелопмента этого проекта, вы должны использовать методологии, технологии, ресурсы uh -huh. а, таким образом, чтобы сохранить ресурсы Земли и наносить минимальный ущерб. То есть можно сказать, что зеленость начинается чуть ли нам не с проекта. Да, да этого. безусловно. Угу. Когда вы смотрите на пятно застройки, когда вы думаете, строить вам здесь здание или нет, вы должны подумать о том, э, там, сможете ли вы организовать какие-то более эффективные пути выезда из парковки, чтобы там, условно, машина не стояла угу. и не газовала да, в очереди да. 40 минут. Э, далеко не ходить не надо. Да. Недавно, вот просто реализован проект, не буду называть имени угу. э, бизнес-центра, где все замечательно. И парковки очень много. Но таким образом запроектирован выезд с парковки что вот компании которые там арендуют говорят что стоят на шлагбауме 40 минут чтобы да вы что, выехать да вы что. Представляете, сколько машин там газует и 40 минут загрязняет окружающую Совершенно среду верно. то есть вот об этом нужно было изначально подумать каким образом вы чтобы эти машины выезжали более оперативно начиная вот даже с таких простых вещей, угу. заканчивая тем, что нужно продумать парковку для велосипедов. Ну, конечно, парковка для велосипедов, на мой взгляд, ну, более решается, смешно. Да? Да, да. В российских реалиях я, например, не вижу себя там в шубе на каблуках с лэптопом, ездящий на велосипеде в, мос... в Москве. Да? Не могу себе этого представить. Но там в Лондоне это работает. Люди реально переодеваются, у них есть специальные костюмы, у них есть рюкзаки, в офисах есть душевые, и это делает там каждый второй сотрудник у угу. У нас пока это не работает, ну, потому что у нас нет велосипедных дорожек, ты не доедешь до работы, возможно. Никогда. А, да, поэтому есть нюансы. Но вот а, надо продумать все. Понятно, понятно, Вер. И еще один вопрос. У нас, к сожалению, времени немного. Ну, учитывая сегодня пятничный эфир, расскажите о нестандартных запросах арендаторов. Бывают веселые случаи, я знаю. Бывают очень интересные случаи. А, ну, давайте начнем с самого смешного. Времени мало. Угу. Люди имеют своего консультанта не только архитекторы там по планировке, но, например, консультанты по фэншуй, консультанты по весту. Весту, как я понимаю, уже теперь это индийский аналог фэншуй. Uh -huh. Это вот что-то новенькое это прямо в этом году я услышала. Про да, фэн-шуй да. слышала раньше. А, некоторые компании, например, обращают внимание, мне тоже это кажется, связано как-то с метафизикой, эзотерикой фэншуй, а, чтобы течение русла реки было в правильную сторону. Uh -huh. То есть не просто нам нужен офис с видом или нам нужен на офис реку, с да? видом на реку. Uh -huh. Нужно, чтобы еще течение было в правильную сторону. Там, видимо, деньги приплывают или что-то в этом роде. Uh, более такие, наверное, менее смешные вопросы, uh -huh. более серьезные, но тоже важные там род, род деятельности компании предполагает, что люди должны иметь. Uh, доступ в офис без регистрации, то есть они не хотят показывать свой паспорт, они не хотят, чтобы мы uh -huh. задавали вопросы, как uh -huh. правило, это какие-то частные банки, это какие-то компании, которые взаимодействуют с государственными органами, uh -huh. то есть для них делается отдельная пропускная какая-то там система, uh -huh. либо там через центральный ресепшн не спрашивают, потому что ты называешь название компании, либо просто отдельно даже делают какой-то юнит, там отдельный ресепшн они по-другому uh -huh. пропускают. Uh -huh. Ну, вот, наверное, как-то так. Какие-то компании хотят а, видеть идею кампуса, да, хотят свою атмосферу, реализуют это по-разному. Вот еще раз, в этом аспекте рынок пока что не готов работать, да, угу. потому что те, кто хотят свой кампус, как правило, вынуждены выкупать или там арендовать очень большую площадь. И вот на своих площадях хотите специальный контин, там столовую делайте, хотите там, не знаю, делать, видеть спортзал, делайте на своих площадях угу. этот спортзал. И получается такой мини-город внутри одного арендованного помещения. Ну, большие Корпорации там наверняка все слышали про сделку Mail.ru, они просто сняли башню. Mm -hmm. Вот хочется им ходить там в шлепках и в свитере. Значит, они будут в своей башне ходить в шлепках и в свитере. А нет. Ну, в любом случае, они никому не мешают. Нет, нет, да? нет, абсолютно. То есть их правила, их здание, закрытый контур, делайте, что хотите. Ну, да. Хорошо. Спасибо огромное, Вера. Ну, действительно, мы, наверное, еще встретимся с вами в эфире бизнес-класса, потому что много да, да сегодня. Да, осталось. Мне кажется, много еще интересного осталось. Обязательно, обязательно. Спасибо вам огромное, что нашли время. Еще раз повторю, уважаемые слушатели, Вера Зименкова, директор по работе с корпоративными клиентами «Кольерс International в России, была сегодня в студии бизнес-класса. А вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Ну и хороших выходных. Да, всем Хорошего. хорошей пятницы и выходных. Всего, до, до свидания, успехов в бизнесе. Пока.